тогда я пальнул в воздух, попрощался своей прошлой безумной жизнью и стал обыкновенным садовником по фамилии Мюллер. Странная фамилия. Обыкновенная. В Германии иметь фамилию Мюллер все равно, что не иметь никакой. Все шутите. Давно бросил. Врачи запрещают. С каких это пор вы стали ходить по врачам? Сразу после смерти. Говорят, ведь юмор, он полезный. Шутка, мол, жизнь продлевает. Не всем. Тем, кто смеется, продлевает. А тому, кто острит, укорачивает. Вот так вот. Как фрау Марта? Все хорошо. Мальчик. Родился. Ну? Да. Хороший мальчик. 12 килограмм. Бегает. Зачем? Ходит. Болтает. Молчит. Умный мальчик далеко пойдет. Чем же вы занимаетесь-то? И чем? Живу. Цветочки выращиваю. Красивые. А выгодные? По таллеру за штуку. А если учесть количество свадеб, юбилеев, премьер, одни мои похороны дали мне денег больше, чем вся предыдущая жизнь.